Так, ну что, настало время показать вам наше новое жилище. Все, как вы и говорили, не хотите, чтобы у вас был ремонт, переезжайте в свой дом. Мы послушные. Переехали в дом. Мы так и сделали. Да, все, мы в доме. И мы готовы вам его показать. И раз, два, три. Ура! История какая? Я сейчас показываю двор и часть первого этажа. Таня у себя показывает полностью второй этаж. Кабинеты, комнаты, спальни, ванны. Пошли, долго, пойдем. Говоришь. Калитка. Вот, открываются ворота. Угу. Открылись машины. Здесь машина там. Столько машин, правда, нету, есть только одна. Ну ничего. И то непонятно где. Так, дальше. Плиточка, гранит, мрамор. Тут у нас сад. Таня будет сажать розы, мимозы, кокосы, абрикосы. Да. Дальше мы идем, попадаем в чил-зону. Здесь у нас загоральня, лежаки. Тут мы бассейн установим. Таня будет купаться. Маленькая девочка у нас уже будет купаться. Все, короче, будут купаться. Дальше у нас идет тандыр, шашлык, гриль. Там летняя зона. Там мы будем завтракать, будем звать друзей на завтраки. Будем брать ему за это деньги. Дальше мы отсюда... Так, пошли с главного зайдем. Это вход летний получается, да. И заходим. Здравствуйте, добро пожаловать. Тапочки снимаем. Здесь у нас гардеробная небольшая для обуви, для прочего. Это все мое. Это все Танина. А зачем мы вещи показываем? Просто показываем, как да, красиво. Здесь у нас такая история. По хлопку все включается. Зимние вещи. Зимние вещи. Все, идем дальше. Здесь у нас гостевая спальня. Проходим. Она не оборудована, что здесь гостей так таковых нету. И еще пока что. Здесь у нас постирочная. Очень большая, просторная. Тут постирочная, там еще угодно. Всякие коробки, не коробки. Тут будет стоять коляски, велосипеды. Это гараж. Или... Это да. Гараж, который превращен в прачечную. Здесь бойлерная. Ну там смысла нет, что смотреть. Здесь гостевой санузел. Ой, хорошо как. Душ, муж, все как нужно. И муж. Здесь лестница на второй этаж, но потом мы туда уже пойдем с Таней. Здесь у нас гостиная, кухня. В общем, все то, все то. Все то. И все это. Все то, все это. Здесь у нас Танина съемочная. Здесь Таня будет снимать фильмы, мультфильмы, короткометражки, полнометражки, все, что нужно. Здесь у Тани есть стендик такой. Почему только у Тани? У нас есть стендик такой вот. Тут неплохой, тут всякие коробочки, часики, браслетики, прочее, 5-10. Идем дальше. Внутренний завтрак, обед, ужин. Здесь мы будем сидеть с друзьями, с семьей, с гостями. Вкусной едой будем наслаждаться. Здесь у нас летняя закрытая кухня, в которой есть мангальная, в которой есть печка, в которой есть даже холодильник. Представляете? Диванчики, тут смотрите, все освещение. Вот эта вся штука, она у нас открывается так полностью, и можно, ну, как бы ходить сюда, тут готовить. Есть еще, кстати, настольный футбол, Таня говорит, давай уберем его. Я говорю, как уберем? Представляете, гости приходят, я сразу говорю, давай, каточку. И все, поехали. Ну, прикольно же, с точки зрения развлечения. Так, ну а теперь мы переходим на второй этаж. Давай. Теперь самые главные комнаты нашей почивальни. Ходим. У нас тут есть огромная лестница. Не для беременных, но терпим. Стой, расскажи, вот эта стена, здесь картина может быть какая-то висит. Да, может быть, но это чуть позже. Когда будет все пополняться, мы будем говорить. Так красиво все, цветочек у нас здесь стоит. Идем в самую главную спальню. Нахуй. Тут мы еще не купили покрывало красивое, но потом оно будет. Одеяло, покрывало. В общем, здесь мы спим. Здесь кабинет моего мужа. Здесь он бизнесмен-предприниматель. Планы свои расписывает, чилит, отдыхает. Принимает клиент. Да, ну, психолог. Угу. Психолог дорого. Здесь у нас есть собственная ванная. Вот такая вот красивая. Тут освещение, мама дорогая. И ванная, и душ. Здесь у нас есть собственная ванная. Вот такая вот красивая. Тут освещение, мама дорогая. И ванная, и душ. И телевизор. Вы можете лежать у ванны.
пришла. Угу. Так, я буду лежать и смотреть телевизор. Гениально, правильно? Конечно. Ютуб, Рутуб, ВК. Фу. Здесь у меня свой собственный магазин с бьюти-средствами. Средствами, не знаю, правильно, на русском языке мой конек. Идем дальше. Тут у нас гардеробная. Посмотрите, какая она большая и вместительная. Впервые у нас в одном месте с пупсиком поместились все вещи. Здесь моя сторона, модная, красивая. Также у меня здесь разложено вот так вот красиво всякие украшения. Здесь у меня красиво разложены всякие ремешки. В общем, все видно, удобно, красиво, кайфово. Идем. А, мой бьюти-бьюти уголок. Здесь я превращаюсь из Фионы в принцессу. Все, давай тоже донеси кофеоны. Здесь ты портишь свое прекрасное лицо. Ой. Идем дальше. Здесь у нас есть еще одна ванная для детей. Вообще, ну, когда они подрастут, наверное. Здесь также есть телевизор, ванная, душ. Здесь огромное зеркало. Вот. Ну, и всякие места для... Тут у нас, ну, такая тоже пока что комната для гостей. Вообще, это типа предназначена для пацаненка мелкого. Ну, у нас, я думаю, тут будет склад. Там еще мини-гардеробная. У пацаненка гардеробная. Вот. Она... Прикольно. Сейчас комната нашей принцессы. Наконец-то мы переехали и сможем покупать там кроватки и вот эти все дела. У нее, конечно, комната огромная. Огромная. У нее самая светлая комната. Красивая. Я думаю, что вот здесь мы все поставим. Кроватки, коврик, сделаем все красиво. Наверху у нас... Там еще наверх можно подняться. Здесь также пока что может быть для гостей, для кого-то, потому что здесь у нас лежит просто матрас, его можно застелить, отдыхать, кайфовать. У мелкой гардеробной тоже есть. Да. И очень большая. Она такая же светлая. Модная. Тоже всякие такие штучки уже готовые. Прям кайф. Ну, вообще здесь она могла бы краситься, как и мама. Но я думаю, что к тому моменту, когда она будет краситься, мы уже будем жить в своем доме. Что ты ищешь? Конец! А. Все, кто были... Молодец! Принимаем поздравления. Хочу поделиться своими впечатлениями от жизни в доме. Сегодня у нас была здесь только первая ночь. Она у меня была сложной. Наверное, спать в своем доме лучше, чем в квартире. Но пока я этого осознать не могу, потому что сейчас у меня сон везде тяжелый. Из-за последних сроков беременности я сплю ужасно. Короче. Мне очень нравится. И очень нравится дом. И нравится, что ты сразу можешь выйти на улицу, что ты можешь здесь позавтракать на свежем воздухе, что ты можешь взять кружечку кофе, выйти во двор, подышать свежим воздухом. В общем, пока я кайфую. Как будет дальше, непонятно. В целом, мы с Ромой всегда склонялись к тому, что мы, наверное, хотим приобретать не квартиру, а дом. И вот сейчас отлично будет вариант и повод проверить, так ли это. Нравится ли нам загородная жизнь, подходит ли нам это, не будут ли нас вот заботы своего дома выбивать из себя, потому что так или иначе чуть больше как бы забот, хлопот и ответственности, нежели ты живешь в огромном муравейнике. Простите, я так назову квартиру, потому что это оно и есть. И плюс от своего дома, что здесь, конечно, тишина, природа и никто не делает ремонт. В общем, пока. Прям очень кайфово. Понимаю, что сейчас сижу в своем дворе, могу выйти в пижаме, могу выйти накрашенной, не накрашенной, мне не надо подготавливаться. Взяла, вышла. Хочешь вот на лежачок утречком позагорать, солнечные ванны? Ну, прелесть. Прям кайф. Просто. Прочувствуйте эту атмосферу. Это невероятно. Ноль звуков. Ноль суеты. Это была, наверное, самая главная причина выбора именно в пользу дома. Потому что я выходил из квартиры, мы жили в самом центре сейчас, получается, выходили из квартиры, и все, мы автоматически попадали в суету. То есть, хочешь, не хочешь, в каком бы ты состоянии ни находился, ты сам начинаешь подвергаться вот этой суете. Тут спокойствие. Тем более, последний период жизни, ну, вот, наверное, последние полгода, так скажем, да, мы чуть-чуть подосели. Ну, то есть, там, нет уже, там, гулянок, тусовок каких-то и прочее. Там, единственное, там, съездить в зал там, по каким-то условным делам. В основном все проходит дома. То есть там работа в телефоне, работа за компьютером.
И то есть надобности там находиться вот в центре, где мы жили, нету абсолютно никакой. Поэтому, ребяточки, начинаются невероятные коттеджные кайфы. Пчелы, кстати, тут летают везде. Больше новостей из дома 2 читай на сайте Guest Игра.